Всем привет, дорогие зрители, с вами Зарина, и в этом видео я с вами поделюсь, как я сдала три предмета, русский язык, литературу и английский язык, на 90 плюс баллов на едином государственном экзамене. Я сделаю небольшой дисклеймер, а именно я буду базироваться полностью на своем личном опыте и, конечно же, поделюсь своими результатами, то есть где я сейчас учусь. Сразу скажу, что я поступила в Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики. Тоже я зашла на сайт. Так. Так. Приказ о зачислении. Я под номером 10. Исходя из моих предметов, сданных мной, вы можете вообще понимать, что я вообще гуманитарный профиль. Начну, пожалуй, свое повествование с того, что я училась в самой обыкновенной, среднестатистической, общеобразовательной школе спального района, маленького городка. То есть у нас весь город — это практически спальный район. Поэтому что уж тут говорить, естественно, речь о какой-то узконаправленной подготовке ребят к экзамену не было. То есть, естественно, нас обучали вообще всей школьной программе, но вот именно узконаправленных, каких-то дополнительных занятий, очень регулярных по подготовке к ЕГЭ не было, поэтому ребята готовились к ЕГЭ самостоятельно. Касается моего личного мнения, я негативно отношусь к каким бы то ни было онлайн-школам, которые готовят к экзаменам. Если честно, я смотрела разные полезные курсы на YouTube и также всякие группы ВКонтакте, которые, вот, например, есть классная группа ВКонтакте, которая готовит к литературе. Я вам, естественно, покажу ее, может быть, кому-то пригодится. Но суть в том, что это для меня, знаете, была только капля в море моей подготовки. Я не рассчитывала получить абсолютно все знания с онлайн-школы. Я вообще такой позиции, что можно смотреть какие-то общедоступные семинары, да, точнее, лекции, не семинары, общедоступные в интернете, но при этом это должно просто быть как ваша рутина в свободное время, это не основная ваша подготовка. Именно поэтому мы не хаем наши любимые школы за то, что они нас не готовят к ЕГЭ. По сути, они не обязаны нас готовить к ЕГЭ, потому что школа дает нам, собственно, все знания, которые предопределены общешкольной программой, да? Естественно, в ЕГЭ не вся школьная программа, там есть такие заковыристые вопросы и также формулировки заданий, то есть в процессе подготовки к ЕГЭ нужно понимать, что это именно нарабатывание вот этих всех заданий КИМ, вариативность, многообразие и понимание то, как работает сам КИМ на тебе. Как я распределяла именно систематику, как я получаю знания для своего предмета. Я сейчас говорю о теории. Я просто вела ежедневник и понимала, какую тему мы сейчас проходим в школе, какую я посмотрю в интернете, какую я пройду со своим учителем. Это все, это база. Далее, следуя по методологии подготовки к ЕГЭ, важно учитывать, что все, мы с вами распределили, как мы получаем наши теоретические знания. Это в школе, это с нашим учителем и самостоятельно по онлайн-лекциям каким-то общедоступным. И чтобы наша голова не лопнула, мы все-таки дома должны, кроме того, что мы закрепляем этот материал, то есть мы сами такие дисциплинированные или нам задают домашнюю работу, мы должны все-таки при этом отдыхать. Важно, это самый-самый большой пункт лично у меня. Что касается отдыха, обязательно правильно питайтесь, балуйте себя своими любимыми блюдами, соблюдайте баланс витаминов и минералов в вашем организме, пейте витамины, это очень важно, так вы будете лучше усваивать учебу. Несмотря на то, что я готовилась и все добросовестно выполняла, я большое количество времени давала себе отдыхать, как бы это странно ни звучало. Кроме того, что мы выполняем весь этот практический блок, который нам задан как правило на домашнюю работу, мы делим наши знания на теоретические из этих, как раз таки, как я вам сказала, трех направлений и практические. В основном они домашние, потому что написание сочинений, разбор КИМа в большинстве своем это все-таки домашняя работа. И что главное? Главное это система для себя. Естественно, благодаря вашим каким-то записям можно это на ноутбуке делать, если вам удобно. Я все делала от руки, но, если честно, было и удобно, то есть у меня была большая папка с моими распечатками, папка по блокам, и этот блок был, скажем так, на каждую сферу подготовки к экзаменам. Ярким маркером стоит отметить, что планирование будет для вас главным ключом успеха в
во время подготовки к экзаменам, поэтому не забывайте планировать. Можно сказать, так даже подытожить, что основным главным секретом лично моего вот этих вот 90 плюс баллов это наслаивание знаний. То есть, что это значит? Я не готовилась к экзаменам за один день или даже за полгода, за год. Я готовилась, начиная с 10 класса, к литературе и русскому языку, и английский язык я, собственно, учу с младших классов. У меня менялись мои преподаватели, но, естественно, они менялись по мере того, как у меня рос уровень английского от А1 до С1, для того, чтобы не надорвать свой организм, чтобы не было выгораний. Вот если честно, вот я вам по правде скажу, у меня ни разу не было выгорания, потому что я постоянно давала себе время на отдых, и я готовилась поэтапно. Какие-то психологические моменты, которые, естественно, всех нас беспокоят во время подготовки, это... Мне кажется, люди, которые вас окружают, естественно, когда мы учимся в 10-11 классе, нас окружают наши любимые, дорогие одноклассники, которые также вместе с нами готовятся к сдаче экзамена. И если честно, мне кажется, это вообще лучшие твои друзья в этот период. Почему? Потому что вы максимально едины, и вас связывает вот это желание сдать хорошо экзамен. У вас у всех, в принципе, плюс-минус одинаковые проблемы, и что-то обсудить, помочь друг другу, особенно если вы сдаете вот один предмет и вы друзья. Мне кажется, это вообще лучший выбор созвониться там в какой-то соцсети и провести вместе час-полтора, разобрать какую-то тему. Это тоже очень-очень классно. Но стоит учитывать, что все-таки такой метод подготовки я стала практиковать не в школе, а вот именно обучаясь в университете, но, возможно, кому-то пригодится. Классный совет. Я бы, конечно, хотела бы вам рассказать историю о том, как я подавала документы, и, если честно, стресс подачи документов у меня был настолько высок, что просто до нельзя. И тут такая была загвоздка в том, что я всего подавала в 3 университета. Это в университет Нижнего Новгорода, Лобачевского, Добролюбова и Высшей школы экономики, собственно говоря. И так вышло, что мне декан моего факультета из Высшей школы экономики позвонила в конце июля и сказала, что я точно попадаю в зеленую волну, потому что общее количество баллов у меня было 292 балла, потому что у меня еще красная медаль. Аттестат особого образца, и также у меня золотой значок ГТО, то есть вкупе это дало мне большое количество баллов, и в принципе у меня не было, знаете, такого тремора и страха, что я куда-то не поступаю, что я в списках меня выдвигают, то есть я в конце июля поняла, что я поступаю в Высшую школу экономики, я расслабилась. Таким образом, какой мы с вами можем сделать вывод, у меня в принципе весь этот процесс, смотря это видео, вы, наверное, думаете, ой, у нее прошло все гладко, без переживаний, на самом деле я большую часть времени себя накручивала именно вот с этой подготовкой к экзаменам и всей этой суматохой с подачей документов, потому что все это было дистанционно, все это было очень ново для меня, и я, в принципе, никогда не пользовалась ноутбуком до момента поступления, потому что мне мама подарила ноутбук именно после сдачи ЕГЭ, то есть даже я не пользовалась ноутбуком во время учебы, да, в школе. Мне было вообще сложно привыкнуть к ноутбуку. Естественно, я должна была привыкнуть к ноутбуку, потому что у меня вся учеба связана с ноутбуком, особенно сейчас дистанционное обучение, Zoom, конференции. Но тогда мне было все в новинку, я очень сильно переживала, но я благодарна Богу, своим учителям и, естественно, самым близким и родным, что все прошло у меня хорошо.